Всем здорово, братва, на связи, как всегда, я, Малфой. И это 97-я серия Пути Бомжа на Хасл Онлайн. Ну, конечно же, наш день начинается со свалки, где я ювелирным образом ворую телефон Galaxy за 12к, и вот золотые 50 за 130 косарей. Пришлось поторговаться, но забрал. Машинку отдавать мне уже не хотят, но и по приколу заберу старое сиденье. А не, еще синий кристалл, и вот теперь точно все. Спасибо, Магнусу, что согласился меня подвести, и как вы понимаете, путь мы держим в зоомагазин. Кстати, я и не знал, что он есть в Лыткарина, ого, я думал, он только в Арзамасе. Итак, нужно выбрать самого симпатичного питомца, и вот думаю, вот этот самый красивый. Минусуем за него 258 косарей, но и нужно же ему где-то жить. Будка пускай будет вот такая красная, надеюсь, ему понравится. Запасаемся еще кормом, чтобы пес не голодал. И вот реально Магнусу огромное спасибо. Залетаем ко мне домой. И вот моя главная задача — поставить будку максимально близко к огороду. Собака будет его охранять, и соответственно никто не сможет своровать у меня овощи. Максимально близко получилось вот так. Пес, назову его Сосик, можешь располагаться в этих апартаментах. Так как он теперь охраняет территорию, Магнус пытается собрать урожай, а у него-то не получается. Поэтому я быстро все собираю, сразу же засаживаю и поливаю грядки, и вот теперь можно идти заниматься своими делами и даже не закрывать огород. На самом деле собака очень полезная, и всем советую ее завести. Повторяем те же самые действия со вторым огородом, ну и на рынке продаем 84 килограмма огурцов на 67 200. Как за один подход, я считаю, что прибыль хорошая. В антикварном магазине избавляемся от предметов со свалки, и вот теперь давайте используем все 4 морковки. С первой корзины получаем аж 8 яиц. Неплохо. Со второй еще 4 яйца. И вот с третьей, бум! Я отправился в больничку. Магнус в беде меня не оставил. И почему бы не исполнить его просьбу? Передаю привет Дмитрию, миллиардеру с 09 сервера. Четвертая корзинка есть. Получили одно яйцо, и хоть за это спасибо. Что касаемо Battle Pass, я принял решение на него забить. На задание мы тратим очень много времени, а призы с бесплатного пропуска ну вообще ни о чем. Забираем за первый уровень цветы, дарим их своему новому другу Магнусу. И подожди, ты чё их выбросил? Я же от души подарил. Ладно, он их сразу-то забрал, но осадок у меня остался. Так как Магнус каждый день ждет мои видосы, то я его все-таки прощаю. Можешь на меня, братишка, обижаться, но привез я тебя в самое азартное место после казика. Здороваемся со всеми пацанами, руку всем не пожму, потому что вас слишком много. И вот в чем прикол контов в 8 утра. Я спокойно себе забираю антиквариат, и меня вообще никто не перебивает. При условии, что там дальше стоят конты, и я не вижу, чтобы за них кто-то бы торговался. По призам у меня прям все шикарно, самые ценные забираю с собой. И вот прикинь, еще и сторговался за спецтовары. Отдал я за них 60к, но получил инструмент и еще один аккумулятор. А я уже не говорю про другие кристаллы, которые тоже стоят денег. Вместе с братвой отправляемся в магазин антиквариата, продаем все, что только можно, и окупился где-то на 100к. Это еще предстоит мне продать аккумулятор и инструменты. Сосик красиво охраняет наш огород, мы его обязательно кормим, ну и собираем весь урожай. Ой-ой-ой, куда вы лезете, молодые люди? Сосик не даст вам собрать урожай. А вы еще и в банду меня принимаете? Понимаете? Ну окей, я не против. Заканчиваем с огородом и давайте что уж поможем криминалу залутать военную базу. Подъезжаем к забору, аккуратно опопоп воруем ящики и все складываем в X5. Возле дома, они как раз мои соседи, мы все разгрузили и потихоньку будем вливаться в их коллектив. Второй огород успешно обработан, повторяем те же самые действия через час, и вот самый идеальный для меня вариант — выставить предметы и уйти себе на прогулку. Да, Малфой иногда все-таки вылазит из своего логова. Ну что, братва, прогулка прошла у меня успешно. Купили в офлайне только одни инструменты. И подожди, Сосик, где весь урожай? Ты же охранял огород. Как ты мог позволить, чтобы его ограбили? Огурцы. Я не знаю, где огурцы.
Я не знаю. Кто за... Огурцы. Отвечает. Не я. И вот зачем ты мне нужен тогда, если с такой элементарной задачей не можешь справиться? Ладно, потери не такие большие. Всего лишь 30 тысяч. Я повторно все засажу. Ну и в этот раз на сосика рассчитывать не будем. Просто закроем огород и все. По прибыли плюсуем, кстати, 168 косарей. И могу в очередной раз вам сказать, что это имба. За время моего отсутствия добавились, кстати, 2 морковки. И вот я забираю 6 яиц и со второй локации еще 2 штучки. Все киоски сейчас забиты под завязку, но с трудом у меня получилось выставить желаемые. И вот, кстати, лайфхак. Покупаем 2 кейса черное золото за 70к и на их место выставляем свои новогодние кейсы. Но кто молодец? Конечно же я!